Да будет свет! Год назад в одном из телесюжетов мы рассказывали о неосвещенных пешеходных переходах. Самый яркий пример темных зебр в деревне Жуково Ивановского района. Здесь проходит оживленная трасса. Не раз случались наезды. В темное время суток водитель пешехода замечает слишком поздно и не успевает остановить транспортное средство. Однако вскоре переход в Жукове станет безопасней. Началась установка здесь опор освещения. В марте 2015 года после обращения Ивановской межрайонной прокуратуры Ногинский городской суд Московской области постановил обустроить наружное освещение на федеральной автомобильной дороге подъезд к городу Иваново от автодороги М7 «Волга» в срок до 19 января 2016 года. Как видно, в поставленные временные рамки исполнитель работ не укладывается.